Хельсинки сохранился вот такой старый домик деревянный. Вроде как он считается одним из старых деревянных построек. Вот теперь там музей, и сегодня будет концерт во дворике этого домика. И все лето, каждую субботу с 2 часов в этом дворике будут проходить бесплатные концерты. Мы решили впервые, конечно, побывать на таком концерте. Смотрите, какая милота. Руйску Местарентаузу. Вот так. А вокруг вот такие красивые дома. Очень красивые. Заглянем. Ой, какой милый. Домик-музей. Ну и мы сейчас займем места, да, Александр? Пока есть свободные.